Дымчатый, очень пушистый, невозмутимый. Таким описывают волонтеры приюта полуторагодовалого Марса. Кот действительно поражает своим спокойствием и податливостью, даже во время прививок. Приют он попал с огорода с больными глазами. Волонтеры вылечили его и окружили заботой и лаской, которую он теперь делится в ответ. Так у него все в порядке. Кастрирован, привит. Подойдет в семью, ну, в любую, с детьми, просто взрослому человеку. Он очень контактный, детишки его любят, он детишек тоже. Еще один постоялец приюта, пират, жил на автозаправке. Неравнодушные женщины подкармливали его и в сильные морозы принесли в мурдом. Имя коту дали не случайно. Ему, наверное, около 3 лет, мы так предполагаем. Пират, потому что у него один глазик, у него он больной. Но возили его к врачу, сказали, что это не мешает ему жить, лучше не трогать. Сейчас в приюте Мурдом числится больше 100 кошек. Одна из них может стать вам другом и любящим членом семьи. Выбрать и забрать питомца можно по адресу Железнодорожная 9, строение 7. Вопросы по телефону +7 908 762 09 51. Дарья Козина, Андрей Махмудов, служба новостей, Саров 24.